Рядовой авиаперелет чуть не оказался последним для пассажиров самолета в Южной Корее. Эти кадры сняты утром, когда на высоте 213 метров внезапно открылась дверь в салон. Судно как раз заходило на посадку в городе Тегу. На борту находилось 194 человека. Никто не пострадал, но девятерых пришлось госпитализировать. У них были проблемы с дыханием на фоне шока. Самолет так и приземлился с открытой дверью. Полиция сейчас допрашивает 30-летнего мужчину, который сидел возле аварийного выхода и зачем-то дернул рычаг, открывающий дверь.